Верим в село, гордимся Казахстаном. В селе Кайнар Абралинского региона в рамках социальной деятельности был организован молодежный караван, направленный на развитие творческого и интеллектуального потенциала местной молодежи. Мероприятие было организовано по инициативе общественного фонда «Шыгыз Жастары» при поддержке отдела внутренней политики города Семей. Молодежный караван «Верим в село, гордимся Казахстаном» был организован общественным фондом «Шыгыз Жастары» совместно с городским отделом внутренней политики. Его цель – развитие потенциала и творческих способностей сельской молодежи. В мероприятии принимали участие более 100 человек из Караоленского, Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского и Алгабасского сельских округов. В рамках встречи они провели товарищеские матчи по футболу. Этот год объявлен Елбасы как год молодежи. В связи с этим представители общественного фонда «Шыгыз Жастары», приехав к нам, провели соревнования по футболу. Мы очень рады, что наша молодежь активно принимает участие в спортивном мероприятии. В футбольных встречах участвовали представители молодежи Акбулакского, Айнабулакского, Абралинского и Кайнарского сельских округов. В ходе соревнований каждая команда постаралась показать свое мастерство владения мячом и достичь победы. По итогам соревнований первое место заняла команда Кайнарского сельского округа. На втором месте футболисты села Айнабулак. Третье место завоевали спортсмены Абралинского сельского округа. Мероприятие, которое началось с футбольными матчами, продолжилось семинаром-тренингом, который состоялся в общеобразовательной школе имени Бегалина. Этот семинар, а также футбольные матчи и другие спортивные соревнования были организованы при активной поддержке отдела внутренней политики города Семей в рамках Года молодежи. Во время мероприятия специалисты городского отдела внутренней политики и центра занятости рассказали молодежи о вакансиях и молодежной практике и ответили на поступившие вопросы. В свою очередь, лидер молодежного крыла Жасутан рассказал о ряде проектов и провел специальный семинар-тренинг на тему «Лидерство и молодежь». Как отметили организаторы, караван посетит все сельские округа нашего региона. Итоги его деятельности будут подведены на масштабном форуме молодежи, который состоится в Семее в конце года. Самат Цикенов, Ильжан Макзумов, телеканал «Семей».